Четвертая, да? Батуми Плаза. Ну, здесь, наверное, какие-то уже офисы пошли. Вот даже какое-то кафе есть. Кстати, даже не знал, что здесь есть кафе. Кафе какое-то Марди Плаза. Видите, прям кафе, кафе. А, это может быть тут при отеле есть кафе. Есть же отель. Соответственно. А, вот, да, видите, отель. Вот и номер. Вот. И сразу здесь вот Марди Плаза. Это получается у нас отель. Вот. И здесь уже пошли какие-то офисные. Вот так выглядит он. Движуха это местная. Ну вот здесь, да, шопинг-центр, бар, фитнес вверху, этот бассейн. Какой-то авангард здесь. Это какая-то вообще теннисная. Меня всегда удивляло, когда столько места в торговых центрах, в центре Батуми, под теннисы, под какие-то там вещи. Но опять же, видите, причем офисы свободные, и здесь лифты, может быть, ценник не совсем адекват. Ну, тем не менее, да, мы смотрим, опять же, вот, это получается, наверное, лобби отеля. Прям никогда бы не догадался, что здесь на четвертом этаже есть отель. Ну вот есть туалет. Вот. И дальше это уже пошли. Вот уже чей-то офис. Ну и все, и конец. А кто слушал, молодец. Ну виды здесь прям большие. Вот он, четвертый этаж.